Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму хрустящий салат из свежих огурцов, без варки и стерилизации. Чтобы не пропускать новые рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! 1 килограмм огурцов нарезаем кружочками толщиной примерно 5-7 миллиметров. Одну луковицу среднего размера режем тонкими полукольцами. Восемьдесят граммов чеснока трем на мелкой терке или пропускаем через пресс. Подготовленные овощи складываем в миску. Добавляем 25 граммов соли, 65 граммов сахара, 45 миллилитров 9% уксуса и хорошо все перемешиваем. Накрываем миску крышкой и отправляем огурцы на 12 часов в холодильник. По истечении времени перемешиваем огурчики еще раз и раскладываем их по сухим стерильным холодным банкам. При этом салат хорошо уплотняем. Когда банки будут наполнены доверху, заливаем огурцы выделившимся соком. Затем берем капроновую крышку для консервирования с термобортом, заливаем ее на 10-15 секунд кипятком, промакиваем салфеткой и закрываем банку с огурцами. Можно закрутить железной крышкой, но особой надобности в этом нет. Хранить такие огурчики нужно в прохладном месте. Из указанного количества продуктов получается 2 пол-литровые баночки, плюс немного на пробу. Вот и все. Очень вкусный хрустящий салат на зиму из свежих огурцов готов. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.